Всем привет, дорогие друзья! Это новый выпуск, и сегодня мы будем расписывать BMW E81 копейку. По кузову есть очень много недочетов, то есть это лопнувшая шпаклевка, какие-то сколы, царапины, очаги ржавчины. Вот, например, заднее крыло. Здесь раньше был некачественный ремонт, то есть была вмятина по металлу, ее просто закидали шпаклевкой и все. А что, так можно было, что ли? Я вчера это все зачистил, вытянул металл с поттером и зашпаклевал специальной эпоксидной шпаклевкой. Вот, если хотите, чтобы я про нее более подробно рассказал, напишите в комментариях. Это волшебная шпаклевка, я всем ее рекомендую. Дальше у нас задний бампер, который треснул, его тоже запаяем. И на передних крыльях есть очаги коррозии, то есть это мы снимем все, зачистим и обработаем. В общем, начинаем подготовку к покраске. Приятного просмотра. Чтобы не повредить молдинги и весь пластик, мы это все замаскируем скотчем. Для того, чтобы у краски была хорошая адгезия и она потом не отлетала, мы матируем кузов 320-м абразивом. И машинку я использую с мягкой подложкой, чтобы не перетереть краску на ребрах. Вот поэтому матируем кузов. Подготовка идет полным ходом. Пока у меня сохнет шпаклевка, хочу немного рассказать о покраске. Это будет супер интересное цветовое решение. Это не такая покраска, как я обычно делаю. То есть это тот же комикс-стиль, но немного будет отличаться от моих предыдущих работ. Вот, то есть я буду именно играть цветом. Это будет интересное сочетание цветов. Вот, и в принципе это будет нечто такое другое. И тем более на кузове этой бэхи будет очень интересно это смотреться. Поэтому вот, друзья, все, работа кипит, и как бы процесс идет. Вот сейчас она в таком виде разобранном. Я здесь удаляю ржавчину, обрабатываю эпоксидным грунтом все. Вот здесь я уже подпшикал краской, чтобы посмотреть цвет. Кстати, цвет будет синий. И здесь немного осталось докосметить крыло. В принципе, оно уже ровное достаточно. Вот. И задний бампер уже тоже готов. Вот. Так. Наступил новый день. Я уже отдохнул, выспался. А машина тем временем подготовлена к покраске. То есть я зашпаклевал все вмятины, удалил ржавчину. И теперь буду обклеивать ее для покраски. В общем и целом, правильно говорить. Машина подготовлена к покраске, рисунок будет очень интересный. И надеюсь, никаких казусов не произойдет во время покраски. Вот, сейчас начинаем непосредственно уже красить. Чтобы не запачкаться, надену перчатки. На самом деле, я не очень люблю процесс подготовки и обклейки. Для меня это очень муторный такой процесс. Я больше люблю творчество само и саму разрисовку. Поэтому включаем режим Малевича и начинаем ложить базовый слой. Машину я, если что, уже обезжирил, то есть она полностью подготовлена. Замечательно. Вот цвет с хозяином мы выбрали синий. Этот проект мы увидели
у одного немецкого художника, он тоже классные тачки разрисовывает. Вот, надеюсь, все получится. Надо на крышу впереди, пока полный баллон, иначе потом плеваться будет. Музычка! Few moments later. Ну что ж, друзья, вот такой результат у нас получился. Покраска вышла очень интересная, то есть визуально мы расширили кузов, сделали ее более спортивную, добавили много цветов, розовые полоски, много оттенков голубого. В общем, результат получился сногсшибательный. Мне очень нравится, это одна из лучших моих покрасок. Кстати, здесь мы можем заметить, стоит машина, это будет наш следующий проект, поэтому ждите новую серию, не переключайтесь, подписывайтесь и ставьте лайки. В принципе, логично.